Нормально, нормально. И ты тоже попей кофейку. Только их брату-то оставь то еще, да? То сухомятку-то лопать-то. Кингсонги твои. Наколесникам привет. Ну зато папа на Кингсонге. Ну что поделаешь, что-то будет. Какие красивые колеса у вас, а? Вот какие красавцы, а? Вот странно, вот твое свистит сразу, а вот чужое не свистит. Свистит, ты же слышишь. 16-е, по-моему, 16-е. Похоже на 14-е, но оно выглядит так. Да, пятерка, с ручкой просто. О, парни, кто там голубей хотел покормить? Теперь у вас есть пирожки. Доедите пирожки, и можно голубей покормить. А как же она называется-то? Не-не-не, как-то она называется. Что называется? Да утка как-то называется. Чомга? Нет. Нет, чомга это... Ой, смотри, кто прилетел к вам в гости, а? Из сказки. Из какой сказки? Снежная королева. Ну что, дадите ему кусочек? Какой-то красавчик. Подойди, подойди, подойди. Я от камеры отойду. Чтобы заснять. Елисей, ты такой деликатный парень. Даже он предпочитает пирожки с московским. Сыром. Сосиской?